создал Дендрона. Корневой разум. Я думал, что мне по силам управлять им. Вот всегда ты так. Отсюда и слухи. Теперь, когда Паноптес повержен, корневой разум метит на его место, чтобы заполучить власть над лесом. Ладно. Тогда давайте разнесем его на куски. Пойти слева. Страж убит. Большинство составляющих твоего последнего посещения были восстановлены. Не хватает только алгоритма. Сражайся так. Вот от него зависит твоя жизнь. Потому что так оно и есть. Такое чувство, что ты тут ни при чем. Это больше не повторится. Засек электрическую энергию на вершине шпиля. Ее там очень много. Это корневой разум. Мы вырубили.
убили его в прошлый раз. Но, кажется, он снова дееспособен. После того, как Страж уничтожила корневой разум в первый раз, на разборку этой симуляции ушли недели. Рексы полностью ее восстановили. Да, Сирис, наломал ты дров в этот раз. Я должен был пойти на этот риск, Сагир. Страж с этим справится. Драмер не очень спидранит как-то. Что еще я пропустил, пока был в отключке? Мы полетали с помощью гравитационных пушек. Это считается? Вообще-то считается.
корневой разум пытается перехватить у меня контроль. Я изолировал вашу симуляцию от всего остального леса, но это все, что я могу сделать, чтобы сдержать разум вексов. Держись. Скоро с ним будет покончено.